Ну ничего особенного. Конечно. Ну ничего. Это же грибы. Ну за такие деньги, блин, еще бы оно было. Совсем ничего. Так это грибы. В два раза дороже нормального трюфели сыра обычного. Еще дороже. Трюфели, грибы еще дороже. Да. Вот, долго стоим. Другой вид. Мне без плесени кусок достался. А, вот этот. Сейчас катки сделаю. Не знаю. Какой лучше? Не пойму. Может быть даже тот. У того какой-то вкус пестиски, это как-то так. Этот нежный. Этот нежный. Рокфор, он такой острый, соленый и тухлый. Чек надо брать на продукты всегда, потому что потом не засудишься. Вот руки грязные, что-нибудь сделает. Сковородка пока сыпят, мне надо ту сковородку, сейчас как раз она у меня моется. Хотела туда опять вторую партию, но я их еще не порезала. Сейчас порежу, поставлю, а потом буду... Сначала приготовлю еду.